Выжил чудом. Трагедия произошла 6 лет назад. Пилот гражданской авиации Сергей Черников опрыскивал поля от вредителей. Самолет потерпел крушение. Сергей тогда сломал обе ноги. Лечится до сих пор. Ходить, учиться пришлось заново полностью. Сначала кресло, потом костыли, потом палочки, потом одна палочка, потом без палочек. Ну, приходилось мысленно как бы контролировать, вот, как работает каждая мышца. Даже добраться до больницы тяжело. Автомобиль – буквально спасение. Теперь и трудностей станет меньше, и новую работу найти будет легче. Новые машины «Лада Гранта» получили 6 самарцев, пострадавших на производстве. Это те люди, которые получили травму либо профзаболевание при исполнении своих должностных обязанностей. Один раз в 7 лет некоторым из них положено транспортное средство. Поэтому в год мы выдаем примерно от 23 до 130 машин. Автомобили на заводе специально переоборудовали. Управлять такими машинами можно без помощи ног. Все рычаги на руле. Это позволяет даже людям в инвалидной коляске передвигаться с комфортом. И, конечно, наша вот задача власти заключается в том, чтобы как можно более эффективно помогать этим людям чувствовать себя полноценными гражданами нашего общества. Но изменения видны. Да, мы все видим, что новые тротуары, новые дороги прокладывают с учетом тех ограничений, которые имеет эта категория людей. Мы видим, что более внимательное отношение в обществе. К тому же Самара станет одним из первых городов России, где будет организован специальный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой будет еще в Крыму. Один из актуальных вопросов – трудоустройство инвалидов. Задача для региона – трудоустроить как можно больше людей с ограниченными возможностями. Рабочие места уже нашли 42% инвалидов. Все эти люди, несмотря на непростую жизненную ситуацию, они работают, приносят пользу обществу. И, безусловно, для них обеспечение транспортными средствами – это большая поддержка для того, чтобы быть более мобильными. Кроме самарцев, автомобили получат жители Сызрани, Тольятти, Отрадного и Похвеснево. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.